открытием новых станций метро пассажиропоток на монорельсе сократился на треть. Режим работы монорельса будет переведен на экскурсионный режим из-за значительного уменьшения числа пассажиров. Об этом рассказал пресс-секретарь московского метрополитена Андрей Кружалин. После открытия новых станций Люблинско-Дмитровской линии метро, Бутырская и Фанвизинская, пассажиропоток на монорельсовой транспортной системе практически сразу же снизился на 30%. В данный момент монорельс переведен на режим работы по расписанию. Согласно ему, здесь проходит по 2 поезда в час в каждую сторону. Часы работы пока прежние, с 7 до 23 часов. С января поезда будут курсировать по так называемому экскурсионному режиму, который подразумевает сокращение продолжительности работы. О новом графике будет сообщено дополнительно. Расписание поездов монорельса планируют разместить в интернете, чтобы пассажиры могли узнать о времени отправления ближайшего состава заранее, до того, как войдут на станцию.